Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать в Кристиан Лэнд. Прежде чем мы начнем смотреть с вами очередные фигурки Funko Pop, я хочу перед вами извиниться за то, что меня так долго не было, за то, что так долго не выходили видосы. Может быть, кто-то из вас знает, почему был такой перерыв и почему так долго не выходили видосы. Там раз в неделю бывало, выходило раз в 3 недели. Если кто в курсе, то большое спасибо, что следите за мной. Ну а пока что мы с вами смотрим фигурки Funko Pop по Аквамену. Конечно, я немножко запоздал, фильм вышел уже 5 месяцев назад, но фигурки вот пришли ко мне совсем недавно в одной из посылок из США, так что я их показываю только сейчас. Но они невероятно крутые, потому что одна эксклюзивная фигурка Меры и другая эксклюзивная фигурка Артура Карри. Это два самых главных персонажа фильма и, наверное, даже два самых любимых персонажа этого прекрасного фильма, который снял Джеймс Ван. Итак, давайте, пожалуй, начнем с Меры, а потом приступим к Артуру Карри. Вот так выглядит у нас Мера. Я ее перекупил, как вы видите, потому что GameStop, на самом деле, потому что в GameStop онлайн можно покупать только из Америки и Канады, и из Европы, если не ошибаюсь. Так что я купил ее на eBay, и она немножко, конечно, помята, ну то есть коробка немножко помята. Вот здесь у нас немного покоцана коробка, здесь вообще помята и оторвана немного, вот. Но это, в принципе, ничего страшного, коробка офигенная такая, водная, как и нужно в стиле Аквамена. Итак, с задней стороны коробки здесь у нас представлены все фигурки из серии, они, получается, у нас серийные, то есть эксклюзивные фигурки здесь не представлены. Итак, Артур Карри Гладиатор, дальше просто Аквамен в своем классическом костюме, сама Мера тоже классическая, Орм и Черная Манта. Эта Мера у нас в прекрасном костюме, как вы помните, по-моему, это была коронация как раз-таки Орма, если не ошибаюсь, или вот что-то в этом роде, могу ошибаться, уже не вспомню. Один раз только смотрел. Вот, как я уже сказал, эксклюзив для GameStop, 250-я серия. Итак, давайте вскрывать и смотреть эту фигурку. Я показываю, как видите, сразу две фигурки, как вы и просили, чтобы я показывал сразу по две фигурки, не по одной. Она, кстати, очень тяжелая, и она безумно красивая. Сейчас мы с вами все посмотрим. Так, отложим. И вот так выглядит Мера. Просто посмотрите, насколько все красиво выполнено. Здесь ее ног не видно, потому что у нее было такое платье подводное, и там, в принципе, ног и действительно не было видно. Но сама Мера выглядит просто невероятно. Я сначала думал себе купить другую Меру, обычную серийную, такую каноничную, но решил взять все-таки эксклюзивного и Артура Карри Аквамена, и Меру эксклюзивную, красивую. Посмотрите, как это круто выглядит. Здесь у нас сзади на платье выполнено в полупрозрачном материале, это выглядит просто невероятно. Она вся в каких-то кружевах, в каком-то серебре, прическа у нее очень классная, фигурка безумно приятная. Здесь, кстати, у нас в виде немного клей, конечно, вот видите, приклеена сверху, получается одна часть волос, то есть тут целых 2 яруса, вот, а так все выглядит прекрасно, ресницы красивые с одной и с другой стороны. Платье тоже выполнено офигенно, такой синий, переливающийся в фиолетовый цвет и розовый вот здесь. Ну, очень красивая фигурка, мне очень нравится. И сзади со спины у нее, как я уже сказал, полупрозрачный материал. Выглядит это действительно круто. В общем, вот такая вот Мера, давайте ее отложим вот сюда, рядом с Джокером поставим, она выглядит очень красиво. Погнали смотреть Артура Карри, 243 серия, здесь у нас уже эксклюзив покрупнее, это у нас эксклюзив для Нью-Йоркской конвенции, так она называется, на самом деле это просто Нью-Йоркский комик-кон. Вот так выглядит Артур Карри, он здесь просто офигенен, Джейсон Мамо как всегда прекрасен, та же коробка, та же серия. Итак, погнали вскрывать Артура Карри. Надеюсь, фигурка не разочарует так же, как не разочаровала и Мера. Итак, вот так выглядит наш Артур Карри. Я уже вижу кое-какой дефект. А, нет, дефекта нет. Просто здесь немного нога левая изогнута, как-то непонятно. Но это выглядит круто, очень круто. Итак, вот наш Артур Карри. У него, ну, все восхитительно. То есть, никаких помарок нет. Все отлично выполнено, Джейсон Момоа, Аквамен, все выглядит офигенно. Его амулет на шее, его татуировки, кольца, различные перстни, браслеты, его брутальный вид. Все это передано в эту фигурку, и мне это безумно нравится. Это офигенно выглядит. Как видите, у него
такие сапоги, они с одной стороны, получается, у нас заправлены в джинсы, а с другой стороны не заправлены в джинсы. Это тоже смотрится брутально, якобы ему все равно, что там о нем думает этот Аквамен Джейсон Момоа Артур Карри. В общем, вот такая вот прекрасная фигурка Аквамена. Итак, вот такие две прекрасные фигурки мы посмотрели по фильму «Аквамен». Пишите в комментариях вообще, как вам этот фильм... Напишите, кстати, мнение тоже о «Шазаме». Напишите, какой фильм вам понравился больше, «Аквамен» или «Шазам». И напишите в комментариях, показать ли мне вам фигурки по «Шазаму», потому что у меня есть такая возможность, я могу показать... На данный момент, ну, любую, наверное, фигурку Funko Pop, которую вы только захотите. Ну, в плане разумного, там, какие-то старые раритетные фигурки я, конечно же, не покажу. Но какие-то такие простые эксклюзивчики я могу показать. Вот, в пределах $100, можно так сказать. В общем, Аквамен и Мера. Если фигурки вам понравились, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Я обещаю, что больше... Точнее, не обещаю, я постараюсь, что... Я постараюсь больше не пропадать так сильно, как я пропадал сейчас. Многие писали мне в личку, мне дико приятно. Спасибо всем вам, кто писал. И спасибо, что вы остаетесь со мной. Подписывайтесь на канал и рассказывайте друзьям. Все будет круто. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.